святителя на Златоуста. Матфея 23 глава. «Се оставляется дом ваш пуст». Итак, сам он прежде покровительствовал им, поддерживал, хранил их. Сам он и наказывает их всегда. И теперь угрожает он наказанием, которого они всегда чрезвычайно страшились, так как оно указывало на полное нарушение их гражданского быта. «Ибо сказываю вам, не увидите меня отныне, доколе не воскликнете благословен гряды во имя Господне». И это голос любви пламенной, сильно влекущей их, не пришедшими только, не прошедшими только, но и будущими событиями, так как здесь он говорит о будущем дне своего второго пришествия. Но что? Неужели они с этого времени не видали его? Говоря отныне, он указывает не на этот самый час, но на все время, которое протекло до его страдания. А так как они всегда обвиняли его в том, что он богопротивник и враг Богу, то он и убеждает их любить себя тем, что показывает свое единомыслие с Отцом и свое присутствие в пророках, а потому и употребляет те же самые слова, какие и пророк. Этими же самыми словами он предвещал и воскресение, и второе пришествие свое, давая разуметь даже и самим неверующим, что тогда они, несомненно, поклонятся ему. Но как он указал на это? Предсказывая многое будущее, именно что пошлет пророков, что их будут убивать и даже в самих синагогах, что сами они потерпят крайнее бедствие, что дом останется пустым, что они подвергнутся ужасным несчастьям, каких прежде никогда не было. Все это для самых бессмысленных и упорных могло быть и ясным указанием на его второе пришествие. Спросим их, не посылал ли он к ним пророков и мудрых? Не убивали ли они их в синагогах? Не оставляли ли дом их пустым? Не оставлен дом их пустым? Не постигли ли род этот все наказания? Все это очевидно, и никто не будет с этим спорить. И подобно тому, как сбылось все это, так сбудется и последнее его предсказание. И тогда, без сомнения, они покорятся ему. Но это нисколько не послужит им в оправдание, так же, как и всем, которые будут раскаиваться тогда ввиду разрушения их государства. Аминь.